Время – деньги. Именно для того, чтобы не тратить его понапрасну, и существует удаленное взаимодействие с различными структурами и организациями. Электронное взаимодействие с налоговой службой Республики Беларусь позволяет плательщику оперативно, качественно и в срок исполнять свои налоговые обязательства, не обременяя себя частыми визитами в налоговый орган. Наиболее востребованными электронными сервисами на портале Министерства по налогам и сборам традиционно являются подача налоговой отчетности в виде налоговых деклараций, бухгалтерских отчетов, балансов, направление в виде электронного документа, заявлений по административным процедурам, а также запросов на разъяснение норм налогового законодательства. Востребованным является также сервис «Личный кабинет плательщика», где есть возможность просмотра реестров налоговых платежей, сведений о расчетах с бюджетом, выписок из лицевых счетов, сведений о проведенных зачетах и так далее. Получив доступ к сервису «Личный кабинет физического лица» на портале Министерства налоговой службы, можно не только увидеть информацию об объектах налогообложения, подать декларацию по подоходному налогу, но и оплатить начисленные налоги, сверить платежи, а также поинтересоваться состоянием лицевого счета. Доступ к личному кабинету физическому лицу предоставляется по идентификационному коду и паролю, который можно получить на безвозмездной основе, единожды посетив с паспортом любую налоговую инспекцию, независимо от места жительства. Также, имея учетный номер налогоплательщика, физическое лицо может получить доступ к личному кабинету путем заполнения соответствующих сведений на официальном сайте Министерства по налогам и сборам в сети интернет, перейдя к сервису «Личный кабинет плательщика». За дополнительной информацией можно обратиться в любой налоговый орган. Консультацию можно получить лично или по телефону. Людмила Лагудич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.